У собственников, извините, свои интересы. У собственников ситуации разные интересы бывают. Я, как мне представляется, там тот же Березовский был очень там лояльным собственником. Он просто покупал свое издание площади, когда ему надо было выступить. Это была идея главного редактора Андрея Васильева. Да. Когда, и он ему, кстати, объяснял Борису Абрамовичу Березовскому именно вот это. Он говорил, ты, когда публикуешь такие установочные статьи, ты же страшную вещь делаешь с газетой, если это не на правах рекламы, если ты не платишь эти 25 тысяч долларов за полосу, да, ты просто делаешь эту газету ангажированной, ее капитализация падает, и твоя же газета начинает стоить дешевле. Да? Я думаю, что Вася, конечно, Андрей Васильев, как вы и мы все называли, называем его Васей, здесь выступал именно как коммерсант, без твердого знака на конце, потому что для читателя, для массового читателя, не для профессионалов, которые могут рассмотреть эту пометку, это все равно Березовский выступает в своей газете. Будь это независимая газета, «Новое известие», там «Коммерсант», они не обращали внимания на эту пометку, а деньги, опять же, никогда не помешают. Трудно было не обратить, это сверху. Деньги не помешают, но это его деньги, да, в газету, которая принадлежит ему, да. Ему же, да. Дурацкая ситуация, только Васильев способен был как-то ее контролировать и вести, сказать, Бориса Абрамовича Березовского по этому пути. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».